Всем привет! Сегодня хочу вам рассказать о сочетаемости тех или иных наших продуктов для здоровья. У меня на днях спрашивали об этом на моем первом канале, решила немножко вам об этом рассказать. Сразу хочу уточнить, что у меня нет медицинского образования, все мои знания, они основаны на опыте, начиная там с 13 лет, я потихоньку обрастаю некоторыми знаниями, прочитанными там в интернете, услышанными от каких-то врачей, да, проходящим те или иные какие-то обучения, да, и они пополняются у меня. Знаете, вот я могу вам сказать, что даже в медицине есть мнение разных врачей, которые обладают теми или иными знаниями, которые получили высшее образование, да, но их мнение на лечение, на тот или иной счет, они могут так или иначе отличаться. Вы даже пойдете к врачу, вот я, допустим, ходила со своим зубом, когда мне выдергивали, один врач мне говорил, что так нельзя делать, другой сказал, что лучше так сделать, и даже у врачей есть разное мнение на лечение какого-то заболевания. Поэтому я, естественно, не эксперт в этом вопросе, просто хочу вам сразу об этом сказать. У меня нет медицинского образования, я базируюсь, мое вот этот вот подбор каких-то лекарственных препаратов, либо трав, БАДов, гомеопатии, она основывается на том или ином опыте, да. И вот я сейчас хочу показать свой арсенал, что сейчас я в данный момент пропиваю, потом я покажу то, что пьет у меня мама, и то, что пьет у меня папа, и я тоже подбирала индивидуально под их потребности. Мой утренний день, с утра я начинаю, они у меня меняются, девчонки, в зависимости от моего состояния, от сезона, от времени года, там еще от каких-то вещей, да, что-то я докупаю, что-то с чем-то я совмещаю, что-то я убираю и так далее. Вот с утра я начинаю вот с этого нашего бьюти-комплекса для, ну, бьюти-комплекса. У нас их три таких, они идут по возрастам. 35+, 45+ и 55+. 35+ пью я. У них, если вы посмотрите, вот просто если сделаете сейчас скрин, вы поймете, что у них настолько шикарный состав, просто. Тут и витамин Е есть, и коллаген, и гиалуроновая кислота, витамин С, и чего-то только нету. Но можете посмотреть на сайте, если вдруг там не сфокусировалась. И я пью его натощак. Об этом нигде не сказано, нет никакой информации на официальном сайте Faberlic. Но прочитав некоторые статьи, я поняла, что коллаген усваивается лучше на голодный желудок, натощак. Поэтому этот бьюти-комплекс я пью утром натощак за час до еды, запивая обязательно стаканом воды. Потому что вот этому коллагену, который есть в его составе, нужно растворяться. И он, естественно, растворяется только в воде, да, ну как желатин у нас, да, желируется только в воде, соответственно, и коллаген растворяется, им нужно для растворения вода. Плюс еще здесь находится гиалуронка, поэтому обязательно, когда вы пропиваете вот этот вот комплекс Beauty Cafe, соблюдайте питьевой режим. Не меньше нужно 1,5 литра в день выпивать. Ну, не меньше, у кого-то, то есть все зависит от веса, там еще по весу нужно посмотреть, сколько вам пить. Можно рассчитать объем потребляемой воды, необходимый объем потребляемой воды. Есть разные калькуляторы, сайты, где можно это все высчитать в соответствии с вашим весом. Вот. С утра я начинаю с этого бьюти-комплекса. Есть у меня еще Energy Boom. Его я пью не курсом, а по необходимости. Когда я, допустим, встаю утром, чувствую, что у меня слабость какая-то, либо отсутствие энергии, а мне необходимо взбодриться и сделать кучу дел, переделать кучу дел, я пью Energy Boom. Здесь у него в составе есть экстракт гуараны, который как раз у нас и отвечает за энергетический подъем. Это, ну вот как утром бодряться, выпивая кофе, вот это нечто подобное, скажем так. Ну вот редко я его пью, но пью иногда. Вот если, допустим, вместе с этим совмещать, то можно, например, выпить вот этот вот, да, комплекс, через час можно выпить вот этот вот. Ну, чтобы успели усвоиться, через час выпиваем эти. Я в последнее время раскусываю, потому что так они быстрее растворяются. А потом я начинаю завтракать, и когда я завтракаю, я выпиваю омега-369, 2 капсулы, да.
2 капсулы. Его нужно пить, ну тут вот есть инструкция, по 1-2 капсулы 1-2 раза в день. Я решила ударные дозы выпить. Здесь у него состав, в составе есть и льняное масло холодного отжима. Это очень масло льняное, полезно для женского здоровья. Оно там восстанавливает и гормональный фон, и ну просто масло шикарнейшее. Рыбий жир, про рыбий жир и так все знают. Масло семян тыквы, оно тоже полезно и для женского, и для мужского здоровья. И масло семян амаранта. Почитайте про него, про масло семян амаранта, потому что, ну, если я о каждом продукте сейчас на каждом буду останавливаться, это очень много времени отнимет. Я потом подготовлюсь и, скорее всего, вам расскажу про каждый продукт отдельно. Ну, пока вот так вот, я пока вам показываю совместимость тех или иных продуктов и как я по себе подбираю определенный курс. Вот завтракаю и пью 2 капсулы омега-3,6,9. А потом я обедаю, и в обед я пью вот эти витаминчики для, у нас получается, для волос. Здесь состав, если посмотрите, то тоже состав просто шикарнейший. Здесь есть и порошок яичной скорлупы, аргинин, глицин, цистин, глютамин, таурин, орнитин, премикс витамины, витамины А, Д, ну то есть и здесь и цинк есть, и железо, и медь. А вот такие комплексные витамины, поливитаминные комплексы, их нужно есть во время еды обязательно. И омега-3,6,9, кстати, вот я его ем во время, принимаю во время завтрака. То есть там содержится масло и... Ну, вообще, маслянистые такие витамины желательно принимать во время еды. И поливитаминные комплексы тоже нужно принимать во время еды, потому что они лучше усваиваются. Да, я не сказала, после завтрака я пью еще и трифолу. То есть я выпила омега-3,6,9, вот забыла, и выпиваю после того, как поела, уже после завтрака трифола выпиваю. Трифола – это индийский такой препарат. Он и очищает кровь, это считается королем индийской, в индийской аюрведе. Те, кто пропьют год трифолу, те забудут обо всех заболеваниях. Но это так сказано у индусов. Здесь у меня на 3 месяца в этой баночке находится. Ну, я пересыпала, просто я была в Индии и пересыпала из этой баночки, из всех баночек в эту баночку. Значит, у нас наступает, то есть поняли, да, натощак, вот это мы пьем, омега-3,6,9 во время завтрака 2 капсулы, после завтрака я трифолу пью, а во время обеда пью вот эти вот витаминчики для волос. Все, вечером, когда я ужинаю, я пью опять омега-3,6,9, выпиваю трифолу, а где-то примерно за час я пью ноу-стресс. Подбираю чисто индивидуально по тем потребностям, которые у меня в данный момент есть. Сейчас мы посмотрим с вами папин рацион. Он здесь, чтобы не забыть, у меня наклеил разные наклеечки. У него сейчас проблемы с печенью, соответственно, у него другой будет прием лекарств. Мы немножко чистим ему сейчас кишечник, поэтому пьем алоэ наш баланс фаберличный. Тут он написал, нужно его пить утром натощак 1 чайную ложку на стакан воды. Запивает он свою там таблетку, но это алоэ вера, он просто как бы он не конфликтует, скажем так, ни с какими лекарствами, и еще плюс ко всему он мягко очищает кишечник на следующий же день. Надо у него про это спросить. А потом утром и вечером он пьет по одной таблетке кюэнзим Q10, наш фаберличный. Потом он пьет, здесь у него ашваганда, это мужской бат индийский. И он пьет лиф 52, 2 таблеточки во время еды для печени. Вот у него 3 препарата, которые он пьет утром и вечером. То есть я ему подобрала вот так вот, что здесь кюэнзим Q10, здесь не может он ни с чем конфликтовать. Ашваганда это однокомпонентный продукт, ну, там тоже он не может конфликтовать ни, особо ни с кем. От печени он многокомпонентный, здесь очень много в составе его разных, ну около, наверное, 15, я так вижу, трав разных. Поэтому многокомпонентные, вот в 3 мы их соединяем. Утром и вечером он мне пьет. А в обед он мне пьет омега-3,6,9 во время еды и для глазок витаминчики. Кстати, витамины вот эти вот для глаз, они практически аналогичны в своем составе с известными для глаз витаминами, ретинорм называется. У папы катаракта, поэтому я ему вот
три баночки купила на 3 месяца, пусть он полечит свои глазки вот этих вот витаминчиков. Это папин рацион. А это у меня мама. Она здесь немножко по-другому вот расписала. Утро, обед и вечер. Вам, кстати, так на заметку будет, как это можно сделать для себя. Она с утра у меня тоже выпивает фитополис, очищает свой кишечник фаберличный. Потом она у меня пьет уже для своего возраста. Но ей 55+, я ей взяла 45+. И 55+, то есть она мне сначала это пропьет, потом другое. Вот этот препарат очень, кстати, хорошо восстанавливает менструальный цикл. У него немножко здесь другой состав, нежели чем у 35+, и у 55+ другой состав. Он очень хороший. Здесь и порошок брокколи, и шпинат, и витамин С. Ну, тоже очень много всего. Вот. Утром она у меня 2 штучки пропивает этого БАДа. Потом... натощак. Потом за 15 минут до еды она у меня пьет Гепалайт. Вот в Фаберлик ничего нигде не расписано, что когда лучше пить. И как и во время еды, после еды, в какой период времени лучше пить. Я все это читаю в интернете. Так вот, я прочитала, что желчегонное средство лучше пить до еды, за 10-15 минут. Поэтому вот это здесь содержится в составе, как я вам сказала, уже пьет она натощак у меня. В составе здесь содержится коллаген, поэтому она пьет у меня его натощак, потому что он лучше усваивается натощак. Выпила, через 10-15 минут пьет у меня вот это то, что нужно натощак. Проходит час у нее, она пьет за 10 минут до еды Гепалайт на завтрак. Ну, естественно, это для работающих сложновато немножко будет схема. Здесь вот такие вот пакетики, вот смотрите. Вот этот препарат Гепалайт, он чистит печень, очищает печень. Печень – это тот орган, самый главный, на который приходится удар после приема антибиотиков, после некачественной еды и так далее. Это главный наш очистительный орган, который чистит кровь. А это у нас, значит, такие вот саше-пакетики. За 10-15 минут просто их выпивает, то есть не разбавляя ни в какой воде. И кушает, завтракает. А на завтрак у нее положено, во время завтрака, она пьет омега-3,6,9 у меня. И шалаки. Шалаки – это индийский препарат, он для тех, у кого проблемы с суставами. Она у меня артрозница или артрит у нее, вот, поэтому она пьет сейчас у меня для суставов, бадики для суставов. А во время еды она пьет у меня антиоксидант, антиоксидантный комплекс. После 30 лет я сейчас прохожу обучение такое по аюрведе, такое, ну, мини-обучение, скажем так, основы аюрведического лечения. Так вот, после 30 лет обязательно нужно пить антиоксиданты, потому что у нас происходят изменения в клетках. Сейчас вы, как вы знаете, повально вообще раковое заболевание, хотя неизвестно до конца, от чего оно, зачем, а почему. Ну, это просто какая-то, знаете, чума 21 века. Но, тем не менее, рак – это некие изменения такие на клеточном уровне. И вот как раз это профилактика, скажем так, некая профилактика у нас раковых заболеваний. Это, конечно, не гарантия, что вы не заболеете, но, по крайней мере, хоть какая-то, понимаете, хоть какая-то надежда, что у вас будет принимаемые препараты защищать. Она пьет их во время еды. И во время ужина она у меня опять Гепалайт пьет за 10-15 минут. И омега-3,6,9, и шалаки. Ну, вот могу ее расписание показать. То есть натощак один раз она пьет только вот это. 2 раза в день, утром и вечером, во время завтрака и ужина она пьет омега-3,6,9, шалаки. За 15 минут до завтрака и ужина она пьет Гепалайт, и во время обеда она пьет вот это. То есть я в течение дня распределяю, как вы видите, я не делаю нагрузку по БАДам, да, по каким-то препаратам, чтобы в один прием было, да, то есть я распределила. А так как в обед у нее ничего такого нету, поэтому вот я добавила ей в обед антиоксидантную защиту. Вот, собственно говоря, то есть это... На основе интуиции, на основе потребностей я подбираю и на основе тех знаний, того опыта, который у меня сейчас на данный момент есть. Надеюсь, вам это видео было полезным. Постараюсь вам, если интересно, если вам так интересно,
Поставьте лайк этому видео, и я тогда про каждый продукт вам более подробно расскажу. Подготовлю вам материал и более подробно вам расскажу, все объясню. И по составу, и по желательности приема, и для чего вообще этот препарат нам нужны, и так далее. Да, еще такой момент я вам не отметила. Вот, например, я всегда изучаю состав, смотрю состав. Например, вот в этом у нас тот, который для волос, препарат, там содержится таурин. И вот в блюбере, то есть для глаз, в наших витаминках для глаз, ну, папа здесь сейчас заклеил, тоже находится таурин. Поэтому я, ну, не совмещаю, стараюсь не совмещать между собой те наши продукты для здоровья, где содержится один и тот же компонент. Вот. Ну, стараюсь, это не всегда так бывает, то есть в зависимости от того, в каком объеме в суточной дозе находится вот здесь вот. Но я решила пропить, у меня осталось здесь немножко их уже, прям вот буквально на донышке. Вот видите, их там, может быть, дней на 7, может быть, на 10. Я тоже себе купила, так как я очень много времени за компьютером провожу, себе блюбери. Я тоже себе его взяла, и как только у меня закончится, значит, бьюти-комплекс для волос, то я обязательно включу в свой рацион для глаз и добавлю еще антиоксидантную защиту. То есть в обед у меня будет антиоксидантная защита, плюс будут у меня витаминки для глаз.